Мир, мы тебя любим. И тараки. Вдруг случайно плохо стало. Все с подарочками, все с цветочками. Отправляю на гулянку. Быстренько попали в гости. Ой, сколько тут девочек, вы не представляете. Ворвусь и покажу, что я есть. Это так красиво. Призываю всех делать своих девушек, своих жен счастливыми. Что я хотела? Гречку я так и не нашла. Друзья мои, ловите прикол. Собиралась я сегодня сделать плов. Купила рис. Рис, да? Смотрю, био, тра-ля-ля. Не читаю вот это слово, какие-то каракорики. Караторики, в общем. Смотрю, буква А, окопчик сказал, что чем выше, тем лучше качество. Старайся брать вот такие продукты. Я, тра-ля-ля, все довольна. Я смотрю, все, делаем плов. Вай, пришли домой. Я начинаю переводить на переводчики и понимаю, что это макарончики. Так что Танюша уже их варит как макарончики. Вы смотрите, какие они. Я-то думала, что это рис. Вот так, друзья. Так что сегодня, даже сейчас, будет рубрика «Пробуем все неизведанное». Видите, какие они прикольные? Та-ра-ра-рам! Это вот так, когда ты живешь в другой стране и половина ничего не знаешь. Но оно на самом деле похоже на рис. Я вижу, что он темноватый такой, желтоватый, не белый. Но рис-то тоже на самом деле любого цвета бывает. Поэтому я с полной уверенностью себе взяла. Хорошо, хоть я на переводчике перевела, а не засунула его в духовку с морковкой, как я обычно это делаю. А то вообще бы там склеилось все в какую-то кучку. Ладно, все, скоро будем пробовать. Биокритарак. Критараки. Критараки. Все правильно. Привет, друзья. И знаете, что у нас сейчас произошло? Машинку помните? В прошлое видео мы показывали, там накрытую. Нету ее. Значит, она куда-то поехала, и мы не успели увидеть, что там за машина была. Мы не полезли под этот чехол и не узнали. Да помню я здесь, а я постоянно ходила, я, здесь я не было. Дар речи потерял. Мустанг есть, а этой машины нету. Как так? Он так хотел увидеть. Я так хотел увидеть, что за машина. Вот и все, ага. You can stop and say what you want. Я хочу сказать, что в Германии есть проблема с гречкой. Но нам подсказали один магазин, где она должна быть. Если мы сейчас ее найдем, я вам скажу, что за магаз. Мой мужа очень любит гречку, и я тоже. Это проблема, найти гречку. Ребята, вот все, что хочешь, просто все, что хочешь и чего не хочешь. Но гречку я так и не нашла. Хоть мы пришли в определенный магазин, где нам сказали, что точно есть. Может, я не вижу, покажите мне, пожалуйста. Макароны, картофельные кругляшки разные, рис, конфеты, манфеты. Так, где муж? Он уже, наверное, пошел на кассу, я еще тут хожу, выбираю, не могу распрощаться с товарами. А, да, уже стоит в очереди. Друзья, еще я хотела вас спросить, посмотрите, какая огромная птица. Это орел. Орел или кто? Мы не знаем, я уже не первый раз вижу. Это лев. Такие здоровенные. Ты деревья там показываешь. Ну, я увеличила, я думаю, что что-то видно. Сейчас он вылетит. Иди к нам ближе, иди, малыш. Нет, все, пошел уже вдаль. В общем, окопчик утверждает, что это орел, да? Но, скорее всего, потому что такой хвост большой. Ну, горный орел. Ну, тут и есть горы, так что это, в принципе, нормально. Кто знает, могут здесь вот так просто летать орлы? Непонятно. Ну, часто. Если могут, то почему вообще они тут летают? Если тут один орел уже есть. Что вообще происходит? Кто им дал на это разрешение права? Малышка моя опять хочет удивить нас приготовлением какой-то еды. Ну, давай, показывай, хвастайся, что ты там наготовила. Надо, чтобы ты подошел, я не смогу взять. Такое мяско запекла. Это у тебя мяско, конечно. Оно очень постненькое, все в духовке, потому что, чтобы у тебя не болел животик.
А по поводу животика я сейчас историю расскажу. Так, друзья, еще хочу рассказать историю, как мне вдруг случайно плохо стало. Как вы знаете, как вы видели в прошлом видео, я кушал орешки. Я очень люблю орешки, любые там варианты, арахис, фисташки, все варианты орешек я очень люблю. И вчера я, можно сказать, спокойно целый день, что я делал, кушал орешки. Вчера мне не было плохо, сегодня под утро я встал рано утром, потому что мне нужно было видео сделать. Пока я видео делал, я встал, кстати, в 7:30 утра и делал видео где-то до 10 часов. В 10:30 мне резко стало плохо, у меня живот разболелся. Не так плохо, чтобы скорую вызвать или там, меня в больницу отвозить, но живот очень сильно начал болеть. Я пострадал, может быть, там, часика 3-4. Потом попробовал поспать, не мог спать, потому что не мог согреться. Потом Танюшка меня укрыла 5 одеялами, и после этого я заснул. С Божьей помощью, слава Богу, сейчас все хорошо, со мной все окей, у меня ничего не болит, у меня все классно. И я думаю, вина этому все-таки эти немеренное количество орешков. Вам тоже хочу посоветовать, чтобы вы не перегибали и не переедали одной какой-то вашей любимой едой, как я, в принципе, делал вчера. И Танюшка сейчас решила мне приготовить вкусную еду, приготовить что-то из моего любимого правильного питания. И сейчас ждем результат. Что ты там приготовила, дорогая? Рис постненький. И мяско в духовке. Пойдем покажешь? Не, мяско еще поставила допекаться чуть-чуть. Мяско еще не готово? Ну, скоро зрители увидят. Иди покажешь, моя дорогая, иди, моя неповторимая красотка. Что ты решила мужу сделать вкусненько? Потому что он чуть-чуть болел? Да. Да, спасибо тебе большое. Все, больше не буду болеть. Не болей никогда, я очень расстраиваюсь, когда ты болеешь. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, могу мясо показать, которое ты обещала и... Можешь. Вот это такой кусок мясица. Красивая мясочешечка. Мясочешечка? Мясочешечка. Ага, и рисичочечек. Рисичочечек такой хороший. Вот это правильное питание. Спасибо, дорогая. Большое спасибо, дорогая. Я очень счастлив, что у меня есть такая жена красивая, неповторимая. А они все поймут эти твои шутки. А я не для кого делаю, я тебе делаю красиво и все. Давай кушать. Кушать, кушать. Да, у меня, если честно, еще чуть-чуть побаливает живот, но чуть-чуть не считается. Сейчас тебе женушка устроит красивый ужин. Ура, приятного аппетита. Приятно. И обещанный неповторимый рис мясо. Призываю всех кушать правильно и пить воду из правильных стаканов. Да, воду тоже надо пить из красивых стаканчиков. Из правильных. Я думал, ты сейчас все выпьешь. Могла. Дорогие женщины, поздравляем всех вас с Международным днем всех женщин. Желаем вам счастья, красоты, чтобы все ваши мечты сбывались и вы были счастливы. Я мою жену пригласил на завтрак на 8 марта. Поздравляю еще разочек. Желаю тебе всего, чего ты хочешь для нас, особенно для меня, чтобы быстрее реализовалось. Мы сейчас двигаемся в какой-то кафешко, то ли бар, то ли ресторан, чтобы отметить этот день. С раннего утра начать отмечать. Мы пришли в кафешко, вон там находится кафешко, сейчас зайдем. Надеюсь, что место будет. Тут с этим маленькая проблема, всегда нужно бронировать, куда бы ты ни ходил. Заведения не так много, но посетителей так хватает. Достаточно. Ладно, идем пробуем. Если нет, то будем смотреть уже второе место. Да. Ты два даже запомнил, да? Да. Первая кафешка
нам не понравилось, мы можем даже остановиться посередине дороги под красивым солнцем и сказать то, что мы хотим. Мир, мы тебя любим! И мужа я люблю! Мир, вселенная, спасибо за мужа моего любимого, что он каждый день делает меня такой счастливой. Женщины, я еще от себя хочу вас поздравить, пожелать вам всего самого-самого чистого, светлого мира на земле. И я желаю, чтобы у каждой девушки, женщины был любящий ее мужчина. Первое место, куда мы зашли, нам не понравилось в основном, потому что мы зашли, и вот запах еды вот такой, привет, друг. А это нам не нравится. Когда заходим в какое-то заведение, и там есть запах еды, мы сразу выходим оттуда. Запах не еды, а запах кухни. Друзья, мы решили от одного места в другое пройтись пешком. Потому что 5 минут идти. Я просто хочу вам по дороге показать, какие красивые улочки здесь. Что это там увидел? Нет? Красивое. Красивое? Ну такое в возрасте. В возрасте? Красивое, но в возрасте. Вот такие туннельчики я вижу. Это мне все нравится. Оно меня так привлекает. Вы поняли, да? Это ресторан какой-то. Ну сидят. Друзья, что самое для нас странное, так как мы недавно в Германии, действительно, в кафешках и в ресторанах в основном одни пенсионеры. Да не только в кафешках и в ресторанах, вообще в этом... По нашем... улицах, в магазинах, везде. 75% населения – это взрослые люди, пенсионеры. Это да. Даже вот так, пенсионеры. По-другому не могу сказать, что они там 50 или 60 лет. Это пенсионеры. Я тут у Танюшки спрашиваю, где люди? Где молодежь? Она говорит, ну они чуть-чуть уже созрели и поехали уже в центр, в какие-то большие города. А тут в маленьких городах не так уж и много молодежи, и рождаемость не такая уж и большая, как я уже понял. Поэтому... Это мне так рассказали, я тебе так рассказываю. Ну мне нравится, реально, вот город, вот такие маленькие здания. Нравится, только это все теряет какую-то свою красоту, когда... Тут нету людей. Когда ты один ходишь, ты разочек посмотрел, о, вау, красиво. А когда будет больше жизни, да, это приобретет хочется, совсем другую красоту. Вот фотомаркер, москер, мейкер. Москер, мейкер. Фотозона. В общем, хотелось бы, чтобы в маленьких городах тоже было намного больше жизни. Да, больше людей. Жизни. Чтобы люди здесь оставались. И жили, да, жили в радость, потому что здесь все очень красиво. Ну, слышишь, музыка вот такая нежная играет. Да, да, откуда это она, интересно? Вот где-то оттуда. Ага, из какого-то, может быть, магазина. Вон, во-первых, еще красивейший просто храм. И мы туда обязательно сходим. Конечно, не сегодня, но мы зайдем, посмотрим. И я думаю, если можно будет снимать, вам тоже покажем. Но музыка не оттуда, мне кажется, где-то отсюда. Мы чем ближе идем, тем лучше слышно. Матрасы нужны? Матрасы нужны, кстати, ребята, очень нужны матрасы. Берем. Друзья, оказывается, музыка идет оттуда, с башни. А тут еще и... Ярмарка. Которую посещала Танюшка. Да. Искала сыра, не нашла. Но приятно, реально, вот приятно, идешь себе... Такая тишина, можно сказать, мертвая, и вот это колокольчики играют, ну такая красивая. Нет, тут на площади нежность. Уже есть люди. Нежность, да, нежность. Прям 8 марта, 8 марта. Ладно, идем на второе кафешко найти. А ты видела? Да, я видела этих человечков, я хотела с тобой прийти, это обсудить. Что? Это абстракт. Гибкий дядя такой. Ну, абстракция. Гимнаст. Фантазия. Да, тут да, ничего да. Ничего не поделаешь. А тетю покажи. Магазин. Или это некрасиво? Ну, покажи, покажи. Я показывал, Зай, уже что еще? Ну, поближе. Тетя. Вон тетя дядя. Такая экстравагантная. Все, дошли до второго кафешка. Сейчас зайдем сюда, посмотрим, что. А Танюшка где? Вон Танюшка. И тут машинка такая, смотрите. Свадебная. Да, нам как вы думаете, тут свадебная еще и свадьба. Или что? Надо пошли позавтракаем, уже хочу есть. Так, пока Танюшка выбирает себе меню и мне что-то, я хочу кое-что сказать вам. А хочу я вам сказать следующее. Мы заходим,
И на столиках есть бумажки, что они дорезервированы. Резерв стоит. И сейчас покажу я эти бумажки. Смотрите. Вот они. 15.00, 3 человека. Этот столик занят. И почти на всех столиках стоят вот эти бумажки с бронью. И в чем мое сказано? Сейчас время 11 часов, а столики забронированы там где-то возле окна 15 часов. И они 3 часа до этого никого не пускают за этот стол. Понимаете, в чем прикол? То есть если я забронировал этот стол на 17, например, все, за этот столик никто не сядет. Даже если я зашел там попить кофе и уйти. Вот этого я не понимаю. Ты же можешь побольше денег заработать, по сути. У нас просто, заведено. Мы так привыкли, у нас так заведено, что у нас каждый час работает. Каждый уголок работает каждый час, каждых полчаса. Если ты понимаешь, что ты можешь на полчаса туда пустить клиентов, ты пустишь. А тут это очень интересно. У нас по всему миру заведено, это нормально. Да. Мы никогда не бронируем, по сути. Мы идем, садимся, кушаем или пьем что-то и выходим. Непонятно мне эта система. Но я уверен, до того, как мы выйдем, никто за этот стол не сядет. Ну ничего страшного, нам и тут хорошо, мы и тут проведем хорошее время. Отпразднуем этот не день. Не имеет значения где, главное с кем. Я сначала хотела расстроиться, потому что мне ни одно, ни второе заведение особо не понравилось. Я хотела какой-то романтичности сегодня, что-то такого, какого-то уюта. Ничего, такого нет, ничего. Это ничего не меняет. Какие очки у тебя красивые. Очки? Красота. Просто нету слов. Все, милый, выбираем, кушаем. Я выбираю, окей. Вместе. Друзья, в общем, на завтраки мы не попадаем, потому что мы не успели по времени, как оказалось. Теперь мы можем заказать только какие-то либо бургеры, либо супы, либо котлеты, что-то такое. Мы такое еще кушать не готовы, но я вижу прекрасную витрину с тортиками. Пойду покажу. Вот так себе все это выглядит. Там название на них написано. Название написано, да, но я смотрю просто по внешнему виду, потому что я так люблю выбирать. В общем, красивых много. Таких, которые я бы хотела попробовать, предостаточно. Как ты думаешь, они по кусочкам дают? Дают, потому что там есть надрезанные. Ты выбрала? Нет, я не выбрала. Сейчас внимательно еще посмотрю. И я хочу сказать, что меня такой завтрак вполне устраивает. А мужа моего? Есть. Ты хочешь есть, ты хочешь каких-то яиц, да? Нет, еду хочу. Только. Еду? А яйца что, не еда? Не только, я имею в виду. Ага. Ладно, Мусик, все, я пошла выбирать. Дорогая, я хочу сказать, у тебя замечательный вкус, выбор. Имеешь просто волшебный. Не, а вообще, ребята, я хочу сказать, это так красиво. Смотрите, они еще и сделали. Я серьезно говорю, ты серьезно хорошая выбрала. Молодец. Спасибо, мне нравится. Что можно есть. Дорогой, что скажешь? Скажу, мы пробовали сладкое десерты в Старбаксе, они лучше. Да? Да. Смотрите, он попробовал уже и тот, и тот. Конечно, кто бы сомневался. А кофе тебе понравился? Так, кофе как кофе. Это вкусно. Тебе серьезно, в Старбаксе было вкуснее? Конечно. Этот такой творожный вкус. Ты же любишь все творожное. Они не такие, как я хотел бы. Какой будешь есть? Этот. Хорошо. Этот еще вкуснее. Это какой-то манговый мусс. Нереальный просто. Может, у меня вкусовые просто совсем другие. Ты просто когда злой... Ты вредничаешь, ты хочешь сейчас другой еды, ты ее не получил, это у тебя может быть такая реакция. Я лично рада, очень. Мне я не злой, но я хотел другой еды, я хотел еды, а не кофе. А не тортик просто, да. Ладно, сейчас покушаем, потом пойдем куда-то в другое место, покушаем что-то еще. Так, друзья, оказывается, мы не были обманываем, правы. Там жених и невеста, у них свадьба. А это свадебная машина. Прикинь, как скромно, так неповторимо. Да, видишь, люди вообще не заморачиваются, не вкладывают в эти свадьбы миллиарды денег, не берут кредиты. Смотри, какие миллиардеры еле ходят себе.
Ну, ладно, ну не смешные, хорошие, нормальные свадьбы. У них веселье, классно. Прикинь, 8 марта свадьба. У них 8 марта свадьба. И два в одном, короче. Да. А у нас... Что? Я вспомнила, у нас же годовщина в этом месяце. Да, 23 числа. Я думаю, что ты мне сказал утром, сегодня пойдем в любое какое-то, потом еще в одно пойдем. Иди, заходи, уже холодно. Я поняла! Кстати, ты видела, жених и невеста тоже такие в возрасте были. Тут вообще все. Не молодые. Там им было под 40, они старше, чем мы, точно. Да, и как я заметила, как я слышала неоднократно, что здесь, в Европе, никто не торопится быстренько выйти замуж, как у нас там 18 лет, это уже нормально, уже там должна быстро беременная ходить. Тут все... По-другому, они... живут больше своей жизнью и думают о себе. То есть больше эгоизм, я думаю, так правильно сказать. Лучше мы сейчас поживем, а дети там потом когда-нибудь. Да, так и есть. У них, кстати, нет такого, как у нас там, бабушки обязаны сидеть с детьми. Дети приносят этих внуков, насколько хотят, настолько оставляют. Тут нет такого. Тут бабушки выделяют определенные часы, какие они хотят. Ребята, если я не права, если кто-то из европейцев хочет поправить, поправляйте. Я рассказываю то, что рассказывали мне местные люди. Местные то европейцы. Местные европейцы украинского происхождения. Ладно, шутка. Немцы тоже так рассказывали. Французы тоже, когда мы в прошлом году были во Франции. В общем, тут выделяется на детей, на внуков пару часов. Они себе спокойненько там сказали, я с 12 до часа могу посидеть с вашими детьми. Дети должны подстроиться под это время. То есть удобно привозить и неудобно, сами решайте свои вопросы. А я знаю другой вариант. Вариант такой, привозишь детей, поставил перед дверью, постучал и убежал. Все, они же не скажут, уходите. О, это ты свой армянский вариант знаешь. Нет, это с нашими нет, родителями. Покатит, покатит. Покатит. Тут тоже. Они же не закроют дверь, это же родные. Они не откроют просто. Друзья, как вы думаете, откроют или не откроют? Какая разница, какой надо? Да я тебе говорю, тут такие детки-бабки, им все равно. Они не откроют. Слушай, не кричи, никто не откроет. Хорошо, я согласен. Напишите. Так, подбиваем итоги по поводу кафе. Мне тортики понравились, я даже не доела, я не могу оставить, но... Мне не особо, но я доел, потому что хотел есть. Я очень сыта этим тортом, кусок был большой, творожный, мощный, вкусный, мне все вкусно. Еще дали такие нам два пряничка, представляете, кофе. Отдельно тоже. Принесли, дали. Ну не отдельно, да, с кофейком. Рядом с кофе. Ну это тоже, это еще мелочь. Еще вам то было, то мы не пользуемся тем, а этим пользуемся. Да, а прянички мы заберем с собой. Молодец. Так что все, 8 марта началось очень удачно. Мне все было вкусно, мне все понравилось. Да, давай еще чуть посидим и пойдем отсюда. А еще у нас так случайно получилось, что Танюшка нашла джинсы, которые хотела. И это то, что она хочет. Вот эти широкие джинсы. Да такие, как я хотела. Значит, это то, что она хочет. Вот такие, чтобы широкие прямо отсюда шли. Они чуть-чуть такие длинные. Ну ничего страшного. Ну это классно, это то, да? Это ты хотела. Это то, что я хотела. А еще мы нашли это с огромной скидкой, да? Что я еще больше люблю. А еще больше радует. Магазин европейский какой-то, не знаю, как называется бренд. Иди покажу бренд. Просто. Где? Вот тут называется Clockhouse. CK. Ну все, что, берем. Цвет нравится? Ну, я хотела нравится. Черный, но я, мне так тоже все нравится. Берем? Берем, берем. Все, давай быстрее. Праздник. Я призываю всех делать своих девушек, своих жен счастливыми. Вот это же мелочь, там купили какую-то шмотку. Я тоже от этого сам буду счастливым, тоже можно мне когда-то какие-то подарки покупать. Но сейчас речь не об этом, сейчас речь идет о Танюшке. Поздравляем с Международным днем женщин и желаем всего-всего-всего наилучшего. Танюшка дарите ей, дарите им побольше подарков. Очки, еще идет тут джинсы широкие, как она когда-то хотела. Вы понимаете, какая просто... В общем, чисто случайно зашли, я говорю, давай посмотрим в этом магазинчике, просто посмотрим. И тут они висят, вот эти крошные такие. И не брать, это просто не вариант. И что делать? Муж говорит, берем, берем.
Все, супер день. Поздравляем. Спасибо, милый мой. Друзья, я сейчас мою принцессу, красавицу, неповторимую жену отправляю на гулянку, а сам иду домой. Как так? Как так? Разве не муж? Лютимус, это лютимус в мире просто так делает. Ладно, что у нас происходит по-серьезному? Серьезно у нас происходит следующее. В том месте, где мы сейчас живем, в том сообществе или с теми людьми, с кем мы дружим, они постоянно каждый год с девчонками собираются и отмечают 8 марта. А так как мы приехали и у них эта традиция есть, они все равно пойдут отмечать 8 марта. Я, конечно же, Танюшку отправляю отмечать с девушками 8 марта и буду ее охранять возле ресторана. Если что-то случится, то ворвусь и покажу, что я есть. А если нет, то пусть они хорошо проведут время. А сейчас мы забираем, я забираю Милану, малышку. Мы едем домой, а они вдвоем с Мариной. Едут к остальным девчонкам. Да, едут к остальным девчонкам, и оттуда уже будут несколько кадров оповещения, что и как происходит. Вот и вся, весь расклад на сегодняшний день. Есть что добавить? Нет, просто спасибо. Спасибо, Вселенная, за моего мужа. Радуйся. Так, друзья, все, я эту красивую девочку встретил. Мы вместе сейчас поедем домой, придумаем, чем нам заняться. И, может быть, мы даже поиграем в какую-то интересную игру. Что скажешь? Она не против. И она, смотрите, какая гимнастка у нас. Красавица, умничка, спортсменка. Итак, мусики, мы еще быстренько попали в гости. Приехал Марко, нас завезет. Мы с девчулями немножечко делаем перекусик. Поздравляем все друг друга. И едем дальше. Все, ребята, да, мы поехали в ресторан на 8 марта, в греческий. Уже 100 лет не была в греческом ресторане. В греческом зале. Помните, это в греческом зале. Пузо подают. Сейчас мы посмотрим, как там в греческом зале. У меня сегодня просто прекрасный день. Еще и задарил нас цветами. Марко, спасибо. Спасибо. Все, все с цветами, все довольны. Ресторан большой, красивый, забитый полностью. И мне очень-очень все нравится. Ой, сколько тут девочек, вы не представляете. Представляете, тут тоже дарят подарочки. Все с подарочками, все с цветочками. Ну что ты будешь делать? Все, ребятушки, на сегодня я с вами прощаюсь, потому что у нас здесь прекрасный вечер. И дальше работать я не намерена. Посмотрите немножечко, какая у нас огромная компания. Все девчонки. Такая традиция здесь. Мне все нравится. Они девчонки. Да-да-да. И девочки, между прочим, бронируют вот этот стол и это место еще где-то там после Нового года, так как Ира рассказала нам. А Ира – это девочка, которая уже 20 лет живет здесь, местная практически. Все, мы выбираем еду, нам прекрасного вечера. Девочки, всех с 8 марта. Чих любим, целуем. До встречи. Ну а мы проведем вечер дома. Домашний вечер у нас будет. Милашка будет чуть-чуть показывать нам шоу. Привет, красавица моя. Посмотрим сериальчик. Может быть, выйдем погуляем, а может быть, нет. И на этом мы тоже закончим наш эфир. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас выскочит вот тут. Оно очень интересное. Спасибо, что досмотрели до конца. Все, друзья, увидимся. Пока-пока.